перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Это посвящается всем моим ребятам с цапельной фабрики. Цапельная фабрика. Цапельная фабрика. Всем моим ребятам с цапельной фабрики передаю большой привет. Цапельная фабрика. Цапельная фабрика. Цапельная фабрика. Сталеваров 4. О! Цапельная фабрика. Цапельная фабрика. Цапельная фабрика. Сталеваров 4. Да. Улицу Сталеваров, было много таких угаров, что приходила тетя Тамара, говорила: у вас нет навара, давайте обратно возвращайте самокаты, самокатку. Девочка большими буферами пришла и сказала: я пришла к вам для вокзала, хочу, чтобы вы мне продали сало. Но сала не было, было только репа. Я продал ей репу, и мне было фиолетово, что улицы помнят, как я родился огромным собакой. Я забыл, что такое моя сиреневая казинака, что лежала под бортом, а завтра настанет новый день, и похуй, что потом. Я Олег, ва, да, я Вова Александр, кто-то говорит, что не верит в мое имя, правда будет рождена моими губами, устами, если хочешь говорить со мной, то неси наше знамя. Голливудская правда, цапельная фабрика, хочешь узнать, как нам надо? Купи лубриканта. Цапельная фабрика. Цапельная фабрика. Цапельная фабрика. Это цапельная фабрика. Но снова цапли рожден. Я был не цапли рожден. Я был как Яникс влюблен. Но уличная псина говорила: не верь никому, и снова придется сесть в тюрьму. А-а, я не буду, я предпочитаю верить в Бога, служу Иисусу. И когда мне говорят, типа: ты не прав, украв эту сумку, отвечаю: я вообще убил эту суку. Но уличным баронам быть невыгодно, вижу, когда стыдно, да, молодежь старикам, и сердце разрывается на куски, просто рвется на осколки. Храните своих стариков, Ох, старики, старичата, мы заслужили уважение. Но русские девчата и мальчишки выбирают гейминг. Дело было раскрыто. Дело было раскрыто мной на цапельной фабрике. Произошла кража. Кража цапли на цапельной фабрике. 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 На цапельной фабрике похитили цаплю. На цапельной фабрике подсыпали цапли. Что подсыпали цапли? А я откуда знаю? На цапельной фабрике украли цаплю. Я решил заняться этим делом. Я прихожу к директору цапель и говорю: и я из райотдела, так что предоставьте мне цаплю. 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 Но цапли у них, увы, не оказалось. Это что такая детская шалость? Где моя цапля? Верните ее на место. Ты дитя инцеста, ты не веришь мне в том, что я убью за цаплю? Я убью за цаплю, ты не веришь, что я убью за цаплю? Я убью за цаплю с огромным тесаком. Я захожу и вижу, как наш управдом молит о пощаде, стоит на коленях. Но ты не вернул мне цаплю, как Владимир Ильич Ленин не вернул демократию в Россию. Я, возможно, новая мессия, но я собираюсь вернуть людям цапель. На цапельной фабрике, на цапельной фабрике. На цапельной фабрике дело о пропаже одной цапли. На цапельной фабрике, на цапельной фабрике, на цапельной фабрике дело о пропаже одной цапли. Я ищу эту цаплю, хожу по кустам. Где моя цапля?
Может быть, похитил ее Рустам. Может быть, похитил ее Олег. Может быть, похитил, блядь, Николай. Гоните мою цаплю. Грабили, убивай, но береги цаплю. Цапля должна быть в покое и в тепле. Если твою цаплю украли, то мсти. Как доктор Дре, 8 пульт снарядов заспускаю прямо в голову гада, который схватил мою цаплю за шею. Я один из уличного поколения. Я не Тимати, не легенда, но могу уничтожить за цаплю любого бойфренда, любого гелфренда, любого пацана, девчонку или даже парнишку в распашонке. 8 лет я уничтожу за цаплю. Один ответ всем тем, кто хочет украсть мое длинношее чудо. Нахуй иди, ублюдок, ты паскуда, не трань мою цаплю. Цапля будет мстить каждому нашему нигеру в этом отряде. Каждому нашему нигеру. Каждому нашему нигеру. Каждому нашему нигеру. Каждому нашему нигеру. Не тронь мою цаплю. Не тронь мою цаплю. Не тронь мою цаплю. Я цапелан, главный цапелан. Не тронь мою цаплю. Не тронь мою цаплю. Не тронь мою цаплю. Я цапелан, я главный цапелан. Главный цапелан в доме. Хочешь петь, как певица Пелагея, но главный цапелан в доме. Твоя цапля в безопасности, Пангея. Горит где-то далеко вдалеке. Я вижу огонь костров, но я Пангея. Главный под цаплем в этой вселенной, Пангея. Главный под цаплем в этой вселенной, Пангея. Я главный под цаплем в этой вселенной, эй. Не вздумай цокать, не вздумай петь песни, не вздумай. Эй, не вздумай. Эй, не вздумай. Не вздумай говорить, что ты круче, чем Александр Дворецкий. Не вздумай даже думать о том, что ты круче, чем мы. Валентин, Лёша и Стас. Валентин, Лёша и Стас. Валентин, Лёша и Стас. Нас было трое. Валентин, Лёша и Стас. Валентин, Лёша и Стас. Валентин, Лёша и Стас. Нас было трое. Плачет весь иконостас, когда вспоминает, как плакал Стас. Когда вспоминает нас трех пацанов, которые искали дом свой. Но однажды ночью повстречали псину, и она кусалась, хоть и была милой. Укусила Стаса, укусила Валентина. Им было не классно, и та псина погибла. Лёша, Стас и Валентин. Лёша, Стас и Валентин. Лёша, Стас и Валентин. Мы однажды победим. Лёша, Стас и Валентин. Лёша. Да? А, я понял, да. У меня гости, поэтому мы пошли с Филей встречать гостей.